это вход в зоопарк в Калининграде. Прекрасно. Тут очередь. Очередь здесь. Основатель зоопарка Герман. Класс. Тут довольно большой текст биографии. Родился 3 мая 41 года. А 1841 года под Мариенбургом, современный Мальборг, Польша. В детстве мечтал стать фермером. Это зоопарк. Ну, как после входа в зоопарк в Калининграде. И тут можно видеть енотов. А точнее енот-полоскун. Такие жирафы в Калининградском зоопарке, их тут несколько штук. Вон они. Пасутся. Может быть, это, наверное, хозяек муравьев. Красивые, красивые. Это самый муравьед, да, вот этот? О, да. Ты слышишь меня, да? Да, меня слышно. Ох, какой язык. Боже, какой язык. Ты, язык у него такой. Вообще там. Круто. Все, спрятался. Все. Демонстрация Всё. Закончилась. Фотосессия окончена. А язык такой у него какой-то самый. Показал нам язычок и. Кругленький, длинненький. Да. И все, не спать. Забавный. Эй, а как пройти к павлинам? Эй. Подскажите дорогу. Маш, не надо. Один метр прямо. А вон там один еще. Направо, вон там в клетке пошел. Ой, маленький. Все, ушел с той клетки. А вон он подходит. Вон он своим этим носом, шнажалом. Вон муравьи ходит. Ага. По-любому. Вон. Страшно. Слушай, он сделал сегодняшний день. Вот он, настоящий волк. Завыл. Молодец, хороший голос. Это он, наверное, зовет своих друзей. А вот еще один. Давай еще. А как вот спровоцировать, чтобы он завыл? Вот надо как-то тоже похожий голос. Бурый медведь, вот он. Вот он позирует. Привет, Мишка. Привет. О, молодец, хороший. Не, ты сюда не ходи. Да, молодец, хороший. Совсем близко подошел, да? Молодец. Специально увидеть, чтобы посняться на видео. Чуть поменьше медведь. Вот он такой. О, красавец! Привет! Привет! Молодец, хорошо. Да. Привет, мне не надо поесть.
их нельзя, да, яблочко. Не, ну может яблочком, ничего, хлебом вроде бы нежелательно. Они ползли вот от этого. Я больше боюсь, как бы она не упала, потеряется. Ну да, тут высоко вообще-то. Дагестанский тур. А кто сначала высокий? Маленький. Один побольше, другой поменьше. Рога большие такие были. Молодец.